Да, вот такие вот подарки в первом периоде имеют новосибирцы. Ударения участились. Пошла последняя минута. Вот бросок. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Казалось бы, я уже хотел посетовать на то, что упущен голевой момент. Евгений Бодров, казалось бы, ну, пораньше ему надо было прикасаться к этой самой шайбе. Но нет, как говорится, победителей не судят. Эта пауза оказалась логичной. Уложил он Энрота на лед. И в третий раз зажегся красный свет за воротами минских динамовцев. 3-0.